Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Меня зовут Юра, и мы продолжаем проходить Wolfenstein 2 The New Colossus. С прошлой серии мы вернулись на подводную лодку, и обнаружилось, что у нас есть крыса, которая закрылась в отсеке F. Ну что, давайте продолжать. Так что тут, like a million daggers, our might is divine. Это явно какое-то устойчивое выражение, если его переводить... Дословно оно мало что значит. Как миллион кинжалов. Это бред. Давайте продолжать. Так, дизель-крафтверк. Заряды с дизельным топливом, которые стреляют дизель-крафтверк, прилипают к стенам врагам. Их можно подрывать на расстоянии. Уильям, you have to find the transmitter and shut it down, or the depth charges will rupture our hull. Так, Аня там. Что-то говорит. Так, а есть зарядка для нашей херни, но херни-то нету. Как там, чем там выбирать оружие, я уже забыл. Пистолета нету. Выбор оружия, сейчас я посмотрю. Конечно же, В, колесо выбора оружия. Дизель-крафтверк, пулемет, штурм-гавер. Давай штурм-гавером. Пофигачим. А, о, заправлять можно. Дизельную херню нашу. Ладно, все, погнали. Я уже троху научился. Молот Евы от СКФ. On the floor plan, section F just looks like a little laundry room. We looked for it when we first searched the U-boat after you captured it, but we didn't see the entrance door. And with all the things we were worrying about back then, I suppose we didn't bother looking too closely. But now I've re-examined the floor plan, and there's a reference to a completely different document, the engineering map of section F. I'll report back as soon as I find it. Хорошо. Свяжешься, так свяжешься. Крохотная прачечная. Нифига себе, крохотная прачечная. Тут у нас трындец самый настоящий. Походу здесь врагов еще найдем. Кучу. Дизель-крафтверк. Так, кто-то здесь срал. Тут там, ну, в смысле, я имею в виду мусора. Да хера. Что такое? Давайте почитаем. Дневник солдата Мюллера. 12 марта 1961 года, наверное. Я тут торчу уже несколько месяцев. Часто вспоминаю Йохана. Он был настоящим немецким воином. Он героически погиб под пулями той огромной кровожадной гориллы. Бласковец. Люди его обожают. Коммунисты и анархисты, выродки их. Нужно стереть с лица планеты, как и велел фюрер. Мы лучше, мы самые сильные и отважные. Мы их не боимся, земля будет нашей. Интересно, сколько мне еще придется ссать в это ведро, а не ходить в сортир у входа в отсек F? Мало ли, он вернется и устроит пальбу. Лучше я буду ссать тут, пока не прибудет подмога, Мюллер. Короче, подмога уже прибыла. Свидание. Это тоже можно взорвать, да? Это какая-то карта. Ну, зло зверское. Гранат понабираем.
Вещь хорошая. Тут у них целая команда, блин. Зондеркоммандер. У них капитулирован. Спали они здесь. Так, здоровье. Нихера себе здоровье поднял. Надо тихонечко идти. Так, что происходит? Ладно, они меня все равно видят. Убийство во время прилива сил. Вот эта вещь. У меня два топорика. При этом ни одной этой штуки, которую можно заряжать. Куда дальше-то? William, I found the engineering map. Ballast tank, nuclear warhead stockpile. Oh my god. Section F stretches along the entire hull of the U-boat. Так, там какой-то секретик. We have the biggest U-boat in the world, so this section is gigantic. Some of it must serve as a main ballast tank or something, because it's a massive volume. Be careful, William. Пришибло здесь. No telling how many Nazis could be hiding in there. Подняться надо. Крафтверкам, наверное, этим нужно херануть. Ладно, идем дальше. Письмо солдата Фрица. Дорогая Анжела, любовь моя, я пишу тебе эти строки на случай, если не выберусь отсюда живым. Вдруг ты получишь это письмо. Месяц назад наше судно атаковали террористы, они убили почти всех на борту. Эти чудовища убивали людей без разбора. Я еще несколько бойцов успели спрятаться вместе с офицером Фишером. Ага, офицер, значит, еще здесь есть. Которого я знаю уже давно и считаю своим другом. Террористы захватили подводную лодку, превратили ее в свою базу. Они пока что не знают, что мы здесь. Мы укрылись по тайной части судна, потому что террористы превосходят нас в численности. Плюс на их стороне этот главный террорист Бласковец. Выйти из отсека равносильно самоубийству. Прошло уже 4 недели, дни тянутся медленно. В людях нарастает недовольство. Они хотят на свободу, вдохнуть свежего воздуха. Съесть что-нибудь вкусное, я их понимаю. Как там крошка Губерт? Я скучаю по его милой улыбке. Он, наверное, уже ходить научился и даже заговорил. Вот бы его услышать. Надеюсь, мы еще увидимся. Если нет, помни, что я буду любить тебя и крошку Губерта до последнего вздоха. С любовью, Фриц. Фриц, ты походу до последнего вздоха скоро уже будешь. Ну вот и броньку мы подняли. Хорошо. Так, эти двери открываются, здоровье можем поднять. Не-не-не, давай назад. Твою дивизию.
Начинается вот это вот. Водичка протекает. Ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Надо так надо. А тут троху уже поднамострачился уже играть. Поэтому... Так уже сильно тупить, надеюсь, не будем. Здесь как-то тиховато. У меня уже три топорика есть, можно. Уильям. Those Nazis have been surviving in there ever since you captured the U-boat 5 months ago. They must be starving and desperate. Stay safe, darling. Так, там двое стоят. Ай, двое. Так, там идет один. Они палят. Ну они там рядом оба. Он один походу. И тут где-то второй, то есть ничего страшного. Так, где он? Навальнули. Ни хрена себе их там дофигища. Уильям, those Nazis have been surviving in there ever since you captured the U-boat 5 months ago. They must be starving and desperate. Stay safe, darling. Сейчас мы определим. Где второй? Там внизу. Нормально. Короче, эти звери приходят. I took a closer look at the stockpile of nuclear warheads. Меня замечают. According to the engineering map, there's dozens of warheads in there. Let's hope the Nazis haven't tampered with them. Понятно. Боеголовочки имеются. В общем, они в любом случае вызывают подмогу сразу же, причем. Каждые 30 секунд этим занимаются. Поэтому их нужно уничтожить моментально. Зарядные есть, а заряжать-то нечем. Ладно. Секретики. Caroline. Don't think I'm
I'm gonna make it. A few more weeks, maybe. With your grace. Спокойно, бласковец, протянем, не волнуйся. Какое-то здоровье беру, честно говоря, я не понимаю. Ладно. Идем дальше. Да давай наверх. Короче, рашем лучше здесь не заниматься. Лучше найти какой-то способ тихо их убить, потому что зарашить это не сильно-то мое. Спрячь. Случайно колесико мыши задел. Я сама смерть. Тихо. Да, блин. Побегают, суки. Где они там? Не очень понятно. Ну и неплохо получилось. Вызывать уже некого было. Так, цель уничтожить радиостанцию, да? Вот это вот, сука, и передавала, получается, всю информацию. Ну, в общем, твои черные дела закончены. Чувак. Ну а радиостанцию мы уничтожим. Я понял. Thank you, William. The Ausmerzer is losing track of us now. Find your way back to the locker room. Bombate will let you out of there. Так, тут по-любому, да. По-любому жесть. Ох ты, сука. Нихера себе. Офигеть. Да, говорил, приучился. Thank you, William. The Ausmerzer is losing track of us now. Find your way back to the locker room. Bombate will let you out of there. Да нет,
Блин, гранату откидывай. Ах, не, это говно какое-то. Как того пришить, дебила, который там... Ну, наверное, просто его пристрелить надо. Thank you, William. The Housemaster is losing track of us now. Find your way back to the locker room. Bombate will let you out of there. Неплохо. Ну, по-любому будут они вызывать подмогу. Вот кто? Сбоку, что ли, валили? Я не знаю. Ой. Thank you, William. Так, ну, сначала нужно это уволить. Find your way back to the locker room. Bombate will let you out of there. Который с лазерки мочит. Давайте сверху попробуем. Нормально. Да блин. Короче, это выход, в принципе. Надо сверху идти просто. И можно эту херню взять потом и... You, вальнуть. Как вариант. Нахер идите. Умер там или нет? Я не могу ее взять. Да, блин, жизни Децл оставалось, этот выскочил. Thank you, William. The Housemaster is losing track of us now. Да, ёлки-палки, провалился. Этого еще не хватало. Но это заново можно начинать. Стопудово. Thank you, William. The Housemaster is losing track of us now. Find your way back to the locker room. Bombate will let you out of there. Yeah.
Так, ну это стационарная, мы ее не снимем. Так, сюда гранату. Нормально, хорошо пошло. Так. Кто это? Снизу. Все, сигнал мы ликвидировали. Сука, в себя попал. Штурмгевер, конечно, спас. Реально. Я думал, это бронька. Да, снизу, конечно, была бы жесть. Его нахер. Ну, в общем-то, прошли. Какого раза с 10-го? Скилл у меня, конечно, кривой. Играю, как будто у меня лапки вместо рук. Ну, что поделаешь? Это я. Проход у нас явно один. Ключи какие-то валяются. Это твою мать. Вообще, обвалится, ну да. Стоило этого ожидать. Ну я бы не против. Блин, где-то я пропустил, наверное, оружие, чтобы, потому что зарядное есть для них. Покидаем. Well done, Blazkowicz. Спасибо, come. Чувак. Everyone is gathered. Поминки. Like that. Alive. All they've known. All they've felt. All the shit they've gone through. All of it gone. Ласка, что с тобой сделали? Like water. Like it never was. Hey, yeah. Come in, Captain. Service, why? I just восстановился проход, okay? Да? It's too much. Caroline meant more to me than anybody else on this damn ship, and now everyone is expecting me to pick up the torch. All right? Yeah, I mean, look at me, man. I can't even find a pair of headphones. All right, I failed the leadership course at Harvard for Pete's sake. I know I put him here for something. Да нервничай ты так. And will this ringing not stop, for Christ's sake? Can't give up, Wyatt. We don't do that. I'm not stupid, Captain. I saw the look in your eye up there when Frau Engel had you under her thumb. All right, the fire is gone out, and you're just on autopilot now until you hit the wall. Am I wrong, Captain?
thank God. I salvaged some stuff at Jay's, you know, from the old Berlin hideout. Some old recordings and things, just for keepsake. That boy could play the hell out the guitar, huh? Yeah, he liked it loud. I'll see you around, boy. Later, Captain. Hey, Captain. Would you go see Seth? He wants to give you a physical or something, you know, just see how you're doing. I think he's in his workshop. Новая статья обучения. What I got, he can't cure. Так, какие? Какие статьи обучения? О чем вы говорите? Не понимаю. А, вон. Наклон, обычное движение, энергоброня. Лазергейвер. Так, а что такое коды Энигмы? Нацистские офицеры держат при себе документы с кодами машины Энигмы. Собирайте коды, чтобы раскрыть секретную информацию и узнать полезные сведения о районе, за который отвечал убитый офицер. Получите доступ к машине Энигмы. Да, ничего страшного, нормально там все. Ладно, я думаю, на этом серию закончим. Спасибо, ребят, что смотрели. Надеюсь, понравилось. С этого мы зайдем на следующей уже серии. Чувак сидит с бобинного магнитофона, музло слушает, как-то у него. Неправильно бобины крутятся. По-моему, неправильно. Они должны в одну сторону крутиться, что за бред. Ну ладно, не будем на это внимание обращать. Что ж, встретимся в следующей серии. С вами был Юра. Всем самого наилучшего. Пока-пока.